Как может чувствовать себя животное, которое почти всю свою жизнь приковано цепью? Как сбежать оттуда, где тебе выделено 3 метра свободы? Именно о такой судьбе собаки мы хотим поведать всем. Бедняжка около 3 лет живет на стройке. Туда ее принесли, когда она еще была щеночком. Кто-то решил, что она должна сторожить эту стройку, не подпускать незнакомцев на территорию. Собачку посадили на цепь. Разумеется, никто не собирался ею заниматься или хотя бы выгуливать. Несчастное животное все это время спит в дранной коробке, которая не греет. По ночам она протяжно и долго воет, показывая, насколько ей тоскливо. Нормально передвигаться собачка тоже не может. Цепь очень тяжелая, сделана из железа, перегрызть ее невозможно, двигаться можно не далее 3 метров. А ведь есть нормальная жизнь, которая находится за границами стройки. Нам кажется, что собака только и мечтает о свободе. Ведь она, как и мы все, живое создание. Собачке повезло, что о ней узнали волонтеры. И пришли в ужас от увиденного. Кормит ее только черствым хлебом или голыми костями. Недавно у Дина, так его назвали рабочие на стройке, появился опекун. Зовут девушку Арина. Она захотела помочь животному. Девушка была удивлена, когда узнала, что собачку считают злой все местные. Даже боятся ее, а как она может быть доброй, если уже почти 3 года сидит на цепи? Однако Дин прекрасный пес. Он так был рад, когда увидел за забором большой и прекрасный мир. Арина помогла понять животному, что в мире есть добрые люди. Также благодаря волонтеру, Дин первый раз в жизни попробовал нормальную вкусную еду. Сейчас собачки ищут хозяина. Ему сделали все прививки, которые нужны. Арина очень хочет, чтобы собачка наконец освободилась из своего рабства и жила в хорошей семье, на которую заслуживает.